Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Одинцовского округа за 2020 год прошли в дистанционном формате. Об основных параметрах финансового документа рассказала заместитель главы администрации муниципалитета, начальник финансово-казначейского управления Людмила Тарасова. По доходам бюджет 2020 года был исполнен на 103%. Муниципальная казна получила дополнительно 693 миллиона рублей, сообщила замглавы. В то же время она отметила ряд сложностей, которые спровоцировала пандемия коронавируса. Окончательное утверждение финансового документа должно состояться на одной из ближайших сессий Совета депутатов.